Привет! Сегодня мы с вами готовим очень вкусный снэк по национальности. Она называется алукиба. Переводится картофельный котлет. Для этого нам нужно... Я взял 700 грамм картофель, я его варил и в таком виде его шкуру убрал. И в таком виде получилось. Сейчас мы добавим сюда наш первый приправа. Это, конечно, соль. На 700 грамм, где-то половинка чайная ложка, мы добавим соль, чуть-чуть больше. Окей. Потом мы добавим сюда черный перец немножко. Мы добавим сюда тимин, зира, в таком количестве. Мы добавим сюда, это тоже выборочно, это гарам масала, как я до этого вам сказал, это дает аромат и вкус. И здесь почти 10-12 разных. Это продукты, которые перемешают, и получается гарам масала. Сейчас везде вы можете найти. Но это выборочно. Если нет, то ничего страшного. Но я добавлю. Потом я сюда добавлю острый красный перец. Если вам не нравится это острый перец, вы можете не добавить. Хорошо? Я добавлю где-то пол чайной ложки. Потому что это котлет, она чуть-чуть остро вкусно. Потом добавлю здесь почти один ложка, столовая ложка, маленький-маленький резелья, это лук, обычный лук. Это один столовая ложка, добавил лук. Кинза, свежий кинза, это тоже один столовая ложка. Это я сюда добавлю. Сейчас его мы будем мешать. Это котлет вы можете на завтрак, который кушать, вы можете лепешки кушать, вы можете кушать с пловом, как дополнительное, чем какой-то обычный гарнир, вы можете его пользовать и попробовать. Еще раз вам скажу, мои все блюда, которые я с вами сейчас делил, это все, можно, все продукты у вас дома есть, вам не придется какие-то дорогие приправы и дорогие продукты покупать. На телевидении вы видите, какие-то шеф-повара, что в мире растет, они все положат на одном блюде, и потом вам придется, не знаю, сколько времени тратить на это продукты, искать. Поэтому здесь только картофель, черный перец, соль, красный перец, тимин и одно яйцо. And that's it. We don't need anything else. Наш картофель уже мы замешали. Сейчас мы будем жарить. Мы уже начали котлет готовить. Любой размер можно. Сильно толстый не надо, пожалуйста. Хорошо? Это очень вкусный снэк. Это можно сказать как универсальный котлет, который даже любой возраст, любой человек может в любое время кушать. К чаю тоже это очень прекрасная вещь, которую можно кушать. Еще раз скажу, сильно толстый не надо. Мы перемешали одно яйцо и сейчас макаем котлет свое. Положим так. На медленный огонь. Сильно газ не должно быть сильно. Уже хочется кушать, да? Попробуйте. Мы полтора минут пожарили одну сторону, и сейчас полтора минут будем жарить эту сторону. И наш картофельный котлет уже готов. Все, наш картофельный котлет готов. Вы можете любой салатом кушать, любой соус или кетчуп, который вам нравится, вы можете кушать. Еще самое главное, как я вам до этого сказал, любое время день вы можете кушать. Без ничего, хлебом, или рисом, или плофом, как вам
удобно будет, пожалуйста, попробуйте. Это легко, полезно, и все можно из домашних продуктов можно сделать. Вам желаю всего хорошего. С вами был Хаби. Пожалуйста, не забудьте записывайтесь на мой канал YouTube, и ваши комментарии мне очень важны. Goodbye.